Филармонии наградили лауреатов областного конкурса «Новые имена». Он прошел в Курске уже в 11-й раз, и в этом году как никогда много участников, почти 300 человек. Ученики детских художественных и школ искусств, студенты среднеспециальных учебных заведений. Подробнее Юлия Матвеева. Четверг 4 числа, 4 четверти часа, 4 черненьких, чумазеньких, с чертенка, чертили черными чернилами, чертеж чрезвычайно чисто. Чрезвычайно чисто с помощью скороговорок и актерского мастерства дошла Анна Ярощук до гран-при в номинации «Сценическое искусство». Ученица первой курской ДШИ в творческих состязаниях участвует много и давно, поэтому знает, как они важны юному дарованию. Конечно же, они дают опыт, незабываемые эмоции, просто это не передать словами. 5 обладателей гран-при и все куряне. В номинации «Классическая хореография» дотанцевалась до победы еще одна воспитанница ДШИ номер один. Само то чувство на конкурсах, вот это переживание, волнение, когда тебя красят, одеваешь костюмы, все это так завораживает, втягивает. 6 номинаций, около 300 участников и рекордное количество лауреатов и дипломантов. 96 человек со всей области получили свою минуту славы на главной курской сцене. К чувству победы прилагается диплом и денежная премия от 700 до 2500 рублей в зависимости от занятого места. Кроме того, лауреатство на новых именах дает привилегию при поступлении в специализированные учебные заведения. Поскольку, повторяю еще раз, требования в конкурсе суперсложные, то это, конечно, дает преимущество при поступлении, если они идут по нашей стезе, эти ребята, а многие из них так и поступают, вот они, конечно, выглядят здорово по сравнению с другими поступающими. Новые имена. Конкурс, стоящий особняком от всех, что проводится в Курской области. Не просто состязание, а проверка на зрелость для тех, кто решил дерзать и творить. Юлия Матвеева, Андрей Зарубин, телеканал «Сеим».